На чемпионате России по академической гребле сегодня определились участники Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Летом в Бразилии наши девушки будут представлены восьмеркой из загребной Алевтиной Савкиной и двойкой в легком весе Анастасии Яниной. У мужчин золотые медали чемпионата и, соответственно, право поехать на Олимпиаду получили восьмерка Даниила Андриенко и четверка Александра Кулеша. Еще в двух дисциплинах олимпийские лицензии были именные, но экипажи Сергея Федоровцева и Максима Телицына в парных четверках и четверках в легком весе все равно подтвердили свой класс и взяли медали высшей пробы. Мы на самом деле сейчас под нагрузкой серьезно находимся. Мы даже после лицензии приехали, был восьмидневный сбор на Валдае. И наш тренер там нас загрузил по полной, хочу сказать, там просто каждый день было выживание. Вот, и поэтому мы, в общем, можно сказать, на нагрузке серьезные приехали сюда, гонялись. Ну, это все равно волнительно, чемпионат России. В общем, я вот 15 раз вот как бы выигрываю чемпионат России, можно сказать. И все равно каждый раз волнительно.